Главное событие дня. Сегодня 87 лет со дня рождения космонавта номер 3 нашего земляка, дважды героя Советского Союза Андриана Николаева. Прошло 12 лет, как его не стало. Сегодня об Андриане Николаеве вспоминали в столице республики и на родине космонавта в селе Шоршилы. Несмотря на космическую очередность, Андриан Николаев всегда для Чувашии будет номер один. Каждый год 5 сентября к бюсту героя приходят все, кто считает этот день праздником. Для учеников 10-й школы, которая носит имя легендарного земляка, это особенный день. Для нас существует два важных праздника. 5 сентября, день его рождения, и 12 апреля, день космонавтики. 5 сентября традиционно мы начинаем наш учебный день с урока памяти, где мы рассказываем детям о том подвиге, который совершил Андриан Григорьевич Николаев. Его полет в августе 1962 года. В средней школе номер 10 учатся более 1000 человек. Все они сегодня стали участниками марафона, посвященного дню рождения Андриана Николаева. В этот день в школе прошли легкоатлетический забег, презентация Олимпиады, виртуальные экскурсии. Первоклассники побывали в музее Николаева на его родине в селе Шоршилы. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Олег Якимов. Республика.